сытный и вкусный борщ с потрошками можно приготовить для семейного обеда. Из доступных ингредиентов получается горячее и вкусное первое блюдо. Борщ с потрошками очень легко приготовить в домашних условиях. Блюдо получается наваристым и ароматным. Для рецепта, кроме традиционных овощей, понадобятся куриные потрошки, набор из печени, сердечек и желудков. Вода – 2,5 литра. Картофель – 250 грамм. Капуста белокочанная – 250 грамм. Свекла – 100 грамм. Морковка – 80 грамм. Лук репчатый – 70 грамм. Куриные потрошки – 250 грамм. Печень, желудки, сердечки. Масло растительное – 30-40 грамм. Томатная паста – 40 грамм. Укроп – 2 грамма. Соль – по вкусу. Черный перец – по вкусу. Количество порций – 5-6. Подготовьте ингредиенты. Почищенный картофель нарежьте брусочками среднего размера. Всыпьте картошку в кипящую подсоленную воду. Следом в кастрюлю всыпьте нашинкованную капусту. Варите овощи до мягкости примерно 12-15 минут. Промойте куриные потрошки, почистите от жил, нарежьте средними кусочками. Обжарьте их в течение 5 минут в небольшом количестве масла. Добавьте специи по вкусу. Затем влейте 150-180 грамм воды и тушите на небольшом огне 15-20 минут до мягкости. Почищенную морковку и лук измельчите. Морковку натрите на терке, лук нарежьте кубиками. Обжарьте лук с морковкой на оставшемся масле, жарьте пару минут, помешивая. Почистите свеклу, натрите на терке, всыпьте в сковороду к овощам, также добавьте томатную пасту и тушите все вместе 5-7 минут. Всыпьте в кастрюлю готовые потрошки и овощную зажарку. Добавьте в борщ мелко рубленый укроп. Варите еще 3-4 минуты и готово. Подавайте в горячем виде к столу. Приятного аппетита!